Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Серкан, который забрал дневник Зихры, теперь понимает, кто виноват в том, что случилось с его сестрой. Это никто иной, как Надир. Что теперь будет делать Серкан, который находится в ярости? Шуле, которая понимает, что Серкан все узнал, снова составляет план для защиты своего сына. С другой стороны, Хаяль, которая узнала, что ее свекр Байрам убил всю ее семью, будет противостоять ему. Почему Байрам сделал это? Кто попросил его об этом? Расскажет ли все Байрам? В это время болезнь Мурада прогрессирует, и эта ситуация заставит Хаяль принять чрезвычайно трудное решение. Пока Шермин приближается к суду, Кадир входит в заблуждение, когда видит, что Зихра не рассказывает Гинджо правду. Теперь же Кадир вынужден принять более серьезные меры и сделать шаг, который шокирует Зихру и всю ее семью. Смогут ли Гинджо и Зихра проживать свою любовь, несмотря на Кадира? А посмотреть 13-ю серию турецкого сериала «Ее имя Зихра» вы сможете уже 19 мая. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!